Слушай, с добрым утром. Сменили дислокацию. Вот деревня. С правой стороны. И здесь она стояла. В прошлом году как бы, ну, была пашня, мы пробовали по ней ходить, но грубая пашня, чуть ноги себе не переломали. Ну, грубо говоря, она стояла и слева, и справа была деревня. Здесь она распахана. В принципе, здесь с пашней тогда какие-то находки были. Я уже не помню, какие. Вот. Ну и дороги туда уходили, на церковь. На церковь. Вот. Будем смотреть и снимать. Что там? Вот это. Кто? Ложка? Уголок. А. Короче, вот здесь вот, где распашка сама, ух, тут только, я не знаю, шурфить можно прям в поле. Просто не замолкает прибор. Попробуем чуть-чуть отойти, потому что, ну, неохота перепахивать тут. Ладно. Первый сигнальчик. Металлопластика. Вообще ушел в черный. Обломок крестика. Вот так вот. Ну ты уже хоть что-то. Ладно. Походим пока. Времени сегодня, к сожалению, немного. Дел много еще. Но походим. Так, первый отчетик. Ходим минут 20, офигеваемо с количеством мусора. Бухары, орлянка. Сожранная, к сожалению, орлянка. Я еще не показывал, там пуговица гирька сломана и конина. И миллион всякой штуки. Бухары, пипец. После 200-й выкопанной бухары будем думать, что делать. Смотрите, какую гирьку откопал. Ни разу таких не видел. Я не знаю, сколько она, миллиметров, наверное. Ну, 5 не больше. 5 вместе с ушком. Нет, ну с ушком она побольше, а в диаметре она точно миллиметров. Ну, 5 не больше. Ладно. Вот находочка, ребят. Деньга. Какая-то она плоская, здоровая. Фиг знает, чья, тонкая. Плющили. Ладно, будем переезжать отсюда, надоел. Помойкой это ходить. Уже, правда, что к 200, наверное, пробкам приближаемся. С ума сойдешь. Ладно. Ребят, еще сигнальчик вызвали. Конин такая прикольная. Это... С длинной ножкой. И советик, которому плохо. Совсем. Какого года? Да откуда ж я знаю. Плохо ему. Поздний. Ну, поздний, да. Восемьдесят восьмой или 80-й? 80-й. О, это его после Олимпиады перекорёжило. Да. Ладно. Ну, переехали вот на чешуйную полянку сегодня походить. Еще несколько часиков есть. Дальше в разведку пускаться не стали. Да еще машинка приболела маленечко. Так что походим здесь пока. Так, ребят, первый сигнальчик. Трешка 56-го года. Идем дальше. Да, красиво. Осень. Сейчас вообще все пожелтеет. Как монета. Оп. Советик. Двушечка. 53-й. Как бы встать-то. О! Берем! Глубоко!
Так, монета. Продолжает советики лезть. Ну, правда, чуть-чуть плохо, и 39-й год, пятак. Ладно, забираем. Ладно, сигнальчик там у нас. Что там у нас? О! Масонская орлянка. Угу. Крылья вниз. Угу. Прикольно. Это... О, сушка наша. Точно, смотри, крылышки вниз. На 24 бил. Вот такая вот. Ладно. Следующий сигнальчик. Сегодня день советов какой-то. 37-й год, двушка. Погнутая тоже чуть-чуть. Ладно. Мы идем искать. Так, монеточка выскочила. Ну, как обычно. Деньга год не видно. 1700. Я не знаю, какой. Курица. Что-то там за сигнал еще. Ладно, покажем, если что интересно. Не знаю, что это сигнал. Он пляж. Приличный. Так. Рамочник выскочил. Блин, как снять-то? О! 48-й год. Правда, что сегодня день советов? Хоть так, ладно. Ой, сигналище. 44-й. 44-й, 5 копеек. Да, в натуре день советов. Хоть так. И тому рады. Так, что-то интересное вылетело. Ну, скорее всего, это пятак масонский. Не знаю. Это Павел. Двушка шейфа. Походу, да, двушка. Двушка. Двушка павловская. Павловская. Да, две копейки вылезли. 800-го года. Это вторую поднимаешь за этот сезон. Да. Правда, сохран у меня похлеще, чем у той. Ну, что ж сделаешь. Вот такая вот монетка. Какой ну, здесь год-то? Империя. Без девят. Нет. Без девят. А, та была 8000. 8000? Из космоса. 800. Ладно. Вызвонил сигнал. Вот здесь. Ужас. День советов. Трешка. 39-й год. Забираем. Такой вот сигнальчик. Они серебряные или она? Ну не. Ну а чё ж она таким белым-то светится? Скань. Какая-то, да, фитюлька. Скань из меди не делали. Это не скань. Это скань называется. Вот такая штучка. Маленький шлем. Еще одна корона. Только маленькая. Ну там еще деньгу подняли, потом покажем. Еще сигнальчик, полушка Павла. Как-то это ее сюда занесло. Это ты занесло. Не ожидала увидеть. Убитая. Да переноска. Идем вот по краю леса. Вот так вот кругом. Ну туда сейчас уйдем. Посмотрим, что там. Снова неуклюже мы идем по лужам. Да, слушай, от этого вообще весь год сегодня. Водичка нет. Какая чистая. Отстоялась. Что там? Павлуха. Копейка 97-го.
тоже убита. Потому что не убита. Ну, павлы выживают, к удивлению. Какие-то вот вон она машина. Пару часиков решили походить. Ходим уже часа 4, да. Ладно. Ну все, ребят. Находились, добродились. Кто там лазит? Там вот полазит по елочкам, по деревьям. Ну мы обязательно полазим. Вот там вот находок будет поболее. О, паденки прилетели. Так, находки показываем. Не густо опять, ну хотя бы что-то. Я не буду пуговицы гибкие выкладывать, они выпадают. Не скатываются. Как обычно, куча шмурдины. Двушка павловская. Ну, была бы, конечно, получше. Ой, ну, хотя бы такая. И куча советов. День советов. Вот это, да, похоже на серебро, что ли. Фитюлька. Чего она такая? Хрен знает. Кто знает? Отсказывайте. Это пуговицы. Они, у них еще нижняя часть такая же была. Они кругленькие такие. Куча советов. Вот такая деньга. Ну да, какая-то необычная. Вот для сравнения. Вот такая деньга обычная. Вот такая деньга необычная. И пуговка гирька. Какой-то он. А. Этот идет. Да, маленькая гирька. Ух, что пуговицы-то нахреначили. А вот самая последняя пуговица гирька. Блин, да. Для сравнения. Это не знаю, что такое. Ой, как говорится, пора еще и знать. Да нормально, сколько там, десятка монет, даже поболее. Все, будем думать дальше. Куда еще сходить? Куда можно сходить. Здесь то полно мест интересных. Везде все заросло. Ладно, до встречи.